общем, привет, подписчики. Собираюсь в Липецк. Сейчас расскажу, зачем. Ну, сначала волосы я покрасила с ЙОС на 9 тонов. При этом, ну, как у меня там что-то плохо размешалось. Но, тем не менее, вон корни, видите, как ровно покрасились, да? И изнутри как-то у меня сильно под платину покрасились. Так что мне больше уже нельзя сверху красить. Только корни, иначе волосы опять разлетятся. Сейчас приобрела за 119 рублей губнушку Стеллари. Красную, 0,2 тон. Вроде бы ничего. Такая это матовая, жирненькая. В общем, речь пойдет о том, что... Ну, вообще, как бы я... Вот эти тени у меня тоже Стеллари. Выучила название. Одна тушь Лореаль, другая тушь Беларусь, Металлик. Куртки. Я вот это новые футболки. В спортивных штанах, кроссовках. В общем, все эти дни, чем я занималась, я звонила всяким косметологам там через интернет. Ну и походу праздники же были 9-е, они то ли не отошли еще, то ли что. Практически ни с кем я не договорилась. Вот с одной поликлиники позвонили, пока не буду говорить с какой. Ну, буду снимать немножко. Договорилась на завтра на 10 часов. Работают они с 11. Ну, тоже, может, перебухали, может, у них такая задумка, не знаю. Как бы, говорится, это не точно. Буду делать губы и, возможно, если договорюсь, межбровку. Вот, и пока я стою, жду автобус, который будет не скоро, я хочу немножко, что я там в видеох обещала сказать, что позабыла, какие-то комментарии сделать. В общем, билет я действительно пробила, когда ехала на концерт, 2 раза посмотрела в истории, по 23 рубля. Потом про тени. Как-то я зарегистрировалась в Бумбокс 21, и рекламировала там тени, написала я Кали Дженнер. Вот. Почему я так написала? Потому что у меня была губнушка Кали Дженнер и тени синие, подаренные мне девочкой в Воронеже, у которой я спрашивала, где она их взяла. Она сказала, там на базаре. Потом я приехала в Липецке, и другая девочка у меня как бы... начала что-то выпрашивать там. И я решила ей вот эту губнушку Кали Дженнер подарить. Ну, почему я ее решила подарить? Я намазала губы ей, не разглядела цвет, она мне показалась жирной. А тени почему-то оставила себе, тоже думала, что они Кали Дженнер. Я даже не посмотрела, чьи они. Эти тени Джей Лу. Вот. Они у меня сейчас, они у меня всегда с собой, просто всегда забываю их показать. Ну, в общем, когда эта девочка накрасила губы Кали Дженнер красной губнушкой, она брюнетка. Вообще никогда не красила. Мне моментально просто изменилось лицо. И что самое интересное, мне очень такой цвет нравится. Я очень пожалела, что ей подарила эту губнушку. Вот. Ну, тем не менее, подарила. Больше я не видела. Я не знаю, где они покупали. Ни у кого не спроси, они всегда покупают на базары. Не узнаешь. Следующий вопрос-ответ такой. Баня. Баня и хэштег БДСМ. Ну, это у меня 2 канала на YouTube. На другом канале я сделала видео. В общем, за 10 лет в Липецке... В баню я попала первый раз. Ну, до этого я слышала, баня что-то там не очень, говорили, вода грязная в бассейне, там. Ну, в общем, первый раз я попала, и это было похоже, знаете, как на одолжение, мол, типа, попарься перед смертью. Ну, может, я гоню. Ну, в общем, когда я увидела, что там это садомаза, да, я решила, естественно, хайпануть это, снять, это хайп.
Ну, естественно, я там подумаю, сразу музыку какую-нибудь сделаю. Вот. Все там, естественно, немножечко наиграно. Что я там сижу, там. Первый раз я подошла к столбу этому для стриптизерш, там покрутилась, было очень смешно. Ну, на видео у меня не получилось, конечно, этот, как я там крутилась, снять, но было там смешно, да. Ну, конечно, я эти все агрегаты, я их не пробовала. Но у меня есть подписчики по БДСМ на Твиттере. Да, может, еще где-нибудь. Там же много всяких подписчиков. Поэтому я поставила хэштег BDSM. Ну и когда я увидела таких подписчиков, я, конечно, посмотрела, что это такое. И не думаю, что со мной кто-то согласится. Я думаю, это определенного вида тоже искусство. Там разные варианты. Мне кажется, там как бы развлекаться можно только с близкими какими-то людьми. Но здесь у меня, по крайней мере, таких нет, которые бы хотели бы заказать эту баньку. Она, я спрашивала, сколько она стоит, 1800. Пандора какая-то, там написано клуб. Возможно, владельцы этого клуба, там может еще что-то есть. Решили вот так заморотиться. Я, конечно, удивилась, а чему тут удивляться? Если я на Фейсбуке выложила ужасы белорусского фильма, именно из Беларуси, да, про баню, и еще внизу написала, что больше похоже на русскую баню, да, с такими чудаками там и происшествиями и все такое, да. Чему-то удивляюсь. Возможно, кто-то что-то видел и решили как бы это переиграть. Да. А может, это такие люди, откуда мне знать, я же не в Липецке родилась. Ну, так я хочу сказать, да, чтобы вы знали. Пока что ничего такого в моей жизни не было. Такого... что бы я хотела и с кем бы хотела попробовать. Может быть, еще впереди, может быть, когда-нибудь я сама сниму эту баню, да, найду себе какого-нибудь такого напарника по этому делу, и мы там что-то попробуем. Там и крюк есть подвешиваться. Ну, вообще, как бы, это все на любителя. Да, вот что я хотела сказать, пока стою здесь. Вот лаком накрасила чисто роуз. Кстати, лак такой, он тоже на рынке все время продавался. Это я в Магните купила. Ну, удивилась, что он такой симпатичный. Там какие-то в темноте он очень блестит. И там какие-то то ли звездочки. Хотя вот сейчас я вижу шарики. Но вчера я почему-то видела звездочки, когда красила. У меня просто там в темноте получилось. Вот. Короче, вот собираюсь я в Липецк, а завтра собираюсь посетить косметологическую больницу и посмотрим, что там получится. А так я смотрела, мне понравился филлер американский какой-то на Ю, забыл, как называется. Там три или второй, ну, в Голливуде обычно выходят. Вот. Ну, навряд ли он здесь есть вообще. Есть пока немецкие филлеры и корейские. Корейские тоже мне, кстати, понравились. Вот. И как мне понравилось, как делают американцы, что они где-то отсюда прокалывают, так руками все так делают. И лоб точно так же. Там, хотя там ватной палочкой, но как-то они... На глазах видно, как у человека пропадают просто наиглубокейшие, глубочайшие морщины. Ну, в Америку я, конечно, не поеду. И губы выглядят с первого раза идеально, без всяких там болезненных... Ну, видно, что человек там не мучится, ничего, без всяких болезненных там ощущений и кровоподтеках и всего такое. И смотрела, как делать наши. Тык-тык-тык-тык. Ну, там разные техники есть. Я хочу попросить рубин. Туда много вгоняют. Ну, сразу, чтобы сделали большие губы.
Да. Ну, завтра все увижу и сниму, конечно. В общем, здравствуйте, подписчики. Как я обещала, покажу вам это, как я сходила в этот косметический кабинет. Ну, обошлось мне недорого, но я столько, короче, сил потратила, объясняя, как мне нужно, что все-таки не один миллилитр, да, что все-таки, ну, у меня от природы как бы пухлые губы, просто они поджались, да, там гимнастика, я их размяла, все, что мне все-таки нужен объем. И вот вообще сам процесс, он практически безбольный, да. Что бы туда еще бы один миллилитр не ввести? Ну, вот, видимо, какой-то страх у врача. Вот как она говорит, русские... Русских свое, в Америке свое. Я говорю, ну обмен опытом какой-то должен быть. Я просто смотрела видео, как американцы делают, да. Ну, и всего делают там 4 прокола, да. Получается, у русских какой метод? Тык-тык-тык-тык. И вот результат. Ей самое понравилось, я не знаю, может там как-то он рассосется, набухнет, а мне вообще не понравилось. У меня такое ощущение, что вот, как обычно, я карандаш, губнушка, крашу, такой же эффект. Вообще не очень заметно. Еле уговорила межбровку сразу сделать. Да, в принципе, если человек пришел с деньгами, что бы ему вообще не все лицо сделать, там предложить. Но в следующий раз я, в общем, что мне понравилось, какие препараты понравились. Вот. Это я намазала обезболивающим крем, который подорожал до 600 рублей. Как он называется? Ну, сейчас покажу. А, вот. Что мне там понравилось, какие препараты, что я там начитала, напишу администратору, который сидит там на ресепшене, да, получается так. И... Это врачи, этому врачу, Ракову у меня фамилия. Чтобы она погуглила, все посмотрела или делала так, как нравится все-таки, в принципе, человеку. Как он хочет, по деньгам причем, да. Не надо на мне экономить, да, я согласна на более дорогой препарат. Ну, в принципе, в нижнюю губу я просила поменьше, просила больше это верхнюю губу. Как-то не особо нравится. Мне еще все без косметики. Что-то где-то лоб, отмен лоб, не 100 лет, но межбровка, да, и вот здесь, как я говорила. Ну, здесь чуть-чуть тоже, по-моему, прокололи. Вообще ничего не ощущаю. Я не знаю, может, оно разгладится там или как-то еще. Но физически вообще ничего не ощущаю. Короче, мне можно было вот заколоть просто все лицо. Да, знать только зачем, куда и будет ли эффект какой-то, изменение. Ну, потом видим, как
дня. Вот я прям только что оттуда иду. Саму поликлинику я не сняла. Я сняла только внутри, когда сижу. Что-то подзабыла. Потому что с утра не выспалась. Всю ночь подскакивала. Думала, просплю. Наверное, раз 100 с кровати подскочила. На часы посмотрела. Хотя будильник завела. Да, какие-то нервы. Вот. Ну, не знаю, я ожидала, что я как после операции буду еле ходить или что-то еще. Нет, совершенно все нормально. Сейчас, когда я не понимаю, почему нельзя пить кофе, там, чай. Я вчера так мучилась без чая, без кофе, да. В принципе, пиво и курить. Еще неделю это не делать, в принципе, мне вообще непонятно. Мой организм вообще ничего не ощущает. Кроме того, что чуть-чуть увеличились губы. Ни боли абсолютно никакой, ничего. Может, мне какой-то водой укололи, не знаю. Ну, для моего возраста мне нужна четверочка, там, всякие гели, чтобы четверочка была. Глубокие проникновения, наверное, в кожу. Как-то так. Сейчас покажу, что там мне написали, какой был препарат. Какой крем я купила. Так, в общем, поднялся ветер. В общем, первичный у меня прием осмотра. Вот диспорт использовали, хотя бы мне больше подошел бы ботокс. Мне кажется, он эффективнее. Внутрикожная. Контурная пластика Neoramis Deep, Neoramis Lidocaine, ну это корейская, Neoramis Deep Lidocaine. Общая цена вот 18 520 5 520 12. Ну, поликлиника хорошая, это небольшая. Ну, вот я позвонила и на следующий день записалась. А через интернет в эту ауру, ну, я как бы не звонила, но оставила заявку, что хочу сделать губы. Они даже вечером часов 7-8 откликнулись. Не знаю, до скольки они работают. Вот чек я заплатила. Где они находятся-то? Вот тут написано: улица Валентина Скороходова, дом 11. Да, по-моему, Валентина Скороходова. Ну, это недалеко, тоже пешком можно дойти. Обратно я пешком шла туда на такси, ездила. Такси 78 рублей стоит, недорого. Интерьер там хороший. Еще бы вот поднатаскать вот этих самих врачей молодых. Я молодая была девушка, да, поднатаскать их прям... И они, конечно, будут очень хорошо делать. Мне кажется, в некоторых случаях не стоит бояться, а надо слушать иногда людей, которые вот что-то хотят. Так, вот Триумель. Ну, теперь фотошоп у меня будет с естественными какими-то губами. Может быть, с фотошопом будет еще больше. Показываю свой фотошоп, но мне надо как-то отдельно, потому что у них времени нету лазить по интернету. Вот это все написать на бумажке. Ну, фотографию я, конечно, не смогу сделать. Еще профили все убрали, да, все заблокировали, даже не покажешь свои рисунки, как ты примерно что-то хочешь. В общем, как-то так. Сумка у меня пустая. Еду буду покупать за Донск. Я ничего не хочу пока что. Сижу во дворе недалеко от вокзала. Дети играют. Ну, в общем, только поликлинику можно рекомендовать. Но недельки через две надо все равно посмотреть, что такое сделали мне. Потому что